как этим можно вот доставить так ему наслаждение? Вот такими далекими, как казалось бы, от него вещами. То есть есть там десятка, понятно, да, наша отдача друг другу, любовь, молитва, а вот все остальное вот это, как этим отдавать Творцу? Если я принимаю то, что Творец — причина всего, всей действительности, Он формирует мне всю жизнь, и каждое мгновение в моей жизни происходит только потому, что Он так представляет передо мной эту картинку, тогда нет никаких проблем в том, что я в каждое мгновение, в каждой крупице своего ощущения буду в ответ все относить Ему. То есть то, что я хочу принятием своего мира правильным образом, благодарить Ему, возвращать Ему. То есть каждой мельчайшей деталью моей реальности я могу приблизиться к Нему. Я могу солидаризоваться с Ним. И тогда уже не важно, что ты делаешь. Ты можешь чистить зубы, ты можешь одеваться, ты можешь идти, сидеть, кушать, работать на любой работе. А намерение всегда должно сопровождать все твои действия в том, что ты направлен через всю реальность и в особенности через всю свою десятку на Творца.